В Украине растут продажи квартир. С середины лета украинский рынок недвижимости активизировался. Согласно ежеквартальному отчету Министерства юстиции, в Украине в третьем квартале этого года нотариусы заключили на 10,01% больше договоров с недвижимостью, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Министерства юстиции о количестве сделок с недвижимым имуществом. Согласно документу, с июля по сентябрь государственные нотариусы оформили 14172 договора с недвижимостью, частные – 166099. Большую часть сделок составляют договоры купли-продажи квартир. Всего в июле-сентябре было заключено 180271 сделок с недвижимостью, что на 10,01% больше, чем в июле-сентябре прошлого года. Киевсовет повысил налог на недвижимость. Ранее сообщалось, что в Украине резко сократилось введение нового жилья в эксплуатацию. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.